Доброе утро, братья и сестры. Пусть Господь благословит этот день. Слава Господу. Сегодня будет два служения. Вот это объявление. Два служения. Вначале будет проповедовать брат Юра. И потом будет небольшой перерыв. Ну, где-то минут 40, да? Давайте не больше. По 40 минут. Вот, сразу выйдем немножко, проветрим помещение. И потом будет снова брат Павел продолжит. Ну вот, давайте мы сейчас помолимся, благословим, чтобы Господь благословил наше служение. Дорогой наш Небесный Отец, Господь, мы хотим, Господь, сейчас принести Тебе нашу благодарность, Господь, за то, что, Господь, мы здесь, за то, что Ты позволил, Господь, нам сегодня быть здесь, Господь. И наша душа, Господь, стремилась, Господь, прийти, Господь, и увидеть Тебя, Господь, в наших братьях и сестрах, в наших проповедующих, Господь. Благослови, Господь. Благослови это служение, Господь. Благослови слово, которое будет звучать. Благослови, Господь, брата Юру, Господь, когда он выйдет, Господь. И потом, после перерыва, Господь, брат Павел, Господь. Благослови, Господь, их сердца, Господь. Господи, вложи, Господь, им то, что, Господь, Ты желаешь сказать, Господь. А нам, Господь, дай, пусть наши сердца будут открыты, принять, Господь, это. Господи, благослови, Господь. Спасибо. И сейчас мы, Господи, просим Твоего благословения, Господь, когда мы будем петь Тебе, восхвалять Тебя, Господь. Благослови, пожалуйста, Господь, нас, Господь, Господи. Пусть, Господь, из сердца, Господь, идет тот зов, Господь, к Тебе, Господь. И Ты, Господь, верим, услышишь, Господь, и ответишь, Господь. Слава Тебе и хвала, Господь. И, Господь, когда мы будем собирать пожертвования, Господь, благослови, Господь, также наши руки, Господь. Во имя Господа Иисуса Христа мы отдаем это служение в Твои руки, во имя Иисуса. Аминь. Доброе утро, братья и сестры. Слава Господу за такое прекрасное утро, когда мы можем прославить нашего Господа. Аминь. И быть в едином аккорде, все певцы, все музыканты, каждый из здесь присутствующий, все, кто на трансляции, мы все можем быть подключены к одному каналу, аминь, к одному проводнику, аллилуйя. Давайте просто прославим нашего Господа. Мы посвящаем этот храм Тебе. Господь, возьми мы сосуды Твои, свою всю жизнь Тебе мы отдаем и песнь поем, хвалу поем. Господь, Ты благ, под веки веков Твоя милость, Твое присутствие нам явилось. О, Господь,
пусть Твоя вся слава, пусть сойдет на этот дом, когда мы поем Тебе хвалу, поем. Аллилуйя, все певцы, музыканты. Ты как один, пою тебе славословный гимн. Мы жертву для Господа несем и песнь поем. Твой престол, а земля подножие ног Твоих, где же можно построить дом для Тебя, где бы Ты согласен жить? О Господь, я Тебе отдаю. Тебя люблю, и да святится имя Твое. Верю
земного. Мой Господь, я Тебе отдаю жертва уст приношение мое. О Иисус, я Тебя люблю, и да святится имя Твое. Прославлять Его чудное имя, того достойного, который вышел с этой раскрытой книгой в этот день, заплатил цену и показал нам наши имена, чтобы мы могли приходить в Его присутствие. Отец, мы так благодарны Тебе, Господь, за эту привилегию, Господь, быть в доме Твоем, Господь Иисус. И Ты наполнил наше сердце радостью, Господь, и хвалою, Господь, соделал нас, Господь, Иисус, теми поклонниками, Господь, которые могут поклоняться Тебе в духе и в истине, Господь Иисус, в этот день, в этот час, Господь, мы благодарны Тебе, Господь, за эту привилегию, Отец. Спасибо Тебе, Иисус, за эту милость, Господь, за то, что Ты позволил нам, Господь, увидеть, Господь, ценность того слова, которое Ты дал нам, Господь Иисус. Мы, Боже, тот правовой документ, Господь, который Ты послал, Господь, в этот час, Иисус, мой Боже, чтобы мы, Господь, могли востребовать все, Господь, что принадлежит нам, Отец. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за это раскрытое слово, Господь, за то зеркало, Господь, в которое мы можем взирать, Господь. Я молю, Господь, в этом дне, Иисус, Отец, дай каждому те необходимые витамины, Господь, чтобы еще, Господь, возрасти, Господь, чтобы окрепнуть, Господь, чтобы подняться выше, Иисус, мой Боже, еще на ступеньку, Господь, выше, Отец Иисус, чтобы, Господь, полный облик, Господь, тот облик, который Ты жаждешь видеть в нас, Господь Иисус, был выражен в этот час, Господь. Я молю Тебя об этой милости, Господь Иисус, с благодарностью, Господь, за этот чудесный день, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты соделал нас, Господь, принятыми, возлюбленным, Господь Иисус. И мы можем, Господь, с дерзновением приходить, Господь, к престолу милости и благодати, Господь. Иисус, я молю, ответь на каждую нужду, Господь, в этом дне, Иисус, на этом служении, Господь. Иисус, пусть Тебе будет свободно двигаться, Господь, в сердцах Твоих детей, Отец. Я прошу Тебя, Господь, и вверяю все это служение, Господь, в Твои святые руки. Молю, Господь, Отец, благослови каждую группу, которая на подключении, Господь Иисус. Даруй им, Господь, быть более чувствительными, Господь, к тому, что Ты жаждешь передать им, Господь Иисус. О, мой Боже, благослови служителей, Господь, пусть, Господь, этот канал будет, Господь, открытым, Господь Иисус, пусть Твоему Духу Святому, Господь, будет свободно двигаться, Господь Иисус, как здесь, Господь, так и по трансляции, Господь, благослови каждое сердце, Отец, я прошу Тебя, Отец Иисус, и я даю все это служение под Твой контроль, Отец, и молю, благослови также пожертвование, Господь, каждого доброохотно дающего, Отец, я молю Тебя, Иисус, с благодарностью во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Благословите друг друга. Чудно осознавать, что мы можем пребывать в атмосфере веры, создавать вокруг себя эту благоприятную атмосферу для выражения Его Слова в наших жизнях. Аминь.
Я пребываю в Отце всегда во всякий час. Его слова во мне пребывают. Хожу в присутствии славы, я шекина небесный мир. Меня окружает возвязаться веры. Теперь вблизи я рожден в этот новый мир. Зовет меня совершенство в этой сфере жить, верить и изрекать творить. Цель вижу ясно, нести Христа атмосферу предопределен и выражать на земле Его царство. Ментальный посох в присутствии Шекина ожил, расцвел и принес плоды. Сияние вечного слова пребываю я, чтоб славу вечности здесь я весь, здесь я весь. Божий дух, и я хожу, имею страсть, с небесной сферой духа я. Не угашу, я призван жить в атмосфере. Прославляем Христа в совершенных делах, течет рекой жизнь Его через нас. Я каждое слово жив, что Бог мне говорит, Он не изменит своих делах. Все поколеблется слово, только устоит, я в нем пребуду на все. Сегодня мы будем слушать проповедь брата Вина. Чувствительность к сверхъестественной и невидимой сфере. Спасибо.
Я включился, все нормально, включен. Приветствую вас всех. Любовью Господа Иисуса Христа в этот чудесный день, как мы слышали, когда брат Влад молился. Чудесный день, друзья, мы живем. И пусть Бог помажет наши глаза видеть Его чудные дела. Да, непривычно так, знаете, со стороны смотреть на свою церковь. Я думал, мы побольше попоем. Но мы должны, знаете, быть готовым всегда ко всему, правда? Но и я как бы хочу ободрить здешних левитов, музыкантов, что нам нужно тоже будет сорвать эту завесу, чтобы слава Божия снизошла. В поклонении, понимаете, в этой хвале мы должны тоже порадоваться. Вот. Конечно, это хорошо, но бывает и выключается экран. А я не ожидал, что так одна песня только будет. Но я готов с Божьей помощью. И поэтому, друзья, пусть Бог нам поможет. Рад вас всех видеть, рад видеть ваши счастливые лица. Вот. Брата вижу вживую, на трансляции видел. Ну, понимаете, когда ты вживую, хочется иметь этот... Вы не думаете, что вы думаете, ну, там, брат Павел, братья не приезжали. Мы не приезжали, но мы были с вами на связи, понимаете. Мы можем телом быть разделены, но духом мы с вами. И поэтому, когда вас показывают, мы проходим, а сестра Лидия есть... Там другая сестра, сестра Наташа. И знаете, как бы, да есть братья и сестры. Реагируют, они живые, они улавливают. Понимаете, это же здорово. И я вчера был, правда, от сердца рад, когда задавались вопросы, когда была такая чудесная беседа. И это были не младенческие вопросы. Я получил большое благословение от услышанного вчера. И знаете, это все Бог так соединял. Просто наблюдаешь, как двигается Бог. И поэтому давайте просто быть в ожидании. Боже, не пройди сегодня мимо меня. Пусть это не будет просто очередное собрание, правда? Я пришел встретиться с тобой. Мне нужно сегодня именно настоящее переживание. Я не хочу просто прийти и уйти. Я хочу уйти победителем. Я хочу уйти с чем-то реальным. Я не хочу просто побыть на служении час, там, два или три, понимаете? А я хочу иметь встречу с тобой, Господь. Я нуждаюсь, Бог слышит вас. Бог реален, и Он снизойдет. Просто Ему нужна вот эта жажда, потому что бездна бездну призывает. А Он реален. И потом я когда смотрю, как Бог двигается, я Тимуру говорил уже утром, я говорю, смотри, поэтому нечто произошло. Была молитва сегодня за нашу сестру Люду. И понимаете, брат Павел, когда заканчивал молитву, он даже как бы вошел в мою проповедь. И он как бы тебе говорил, но это проговорил и мне. Обладаем всем. Понимаете? И когда ты... Да, сейчас мы подойдем к этому. И когда ты смотришь, надо же, думаешь, а это уже наша земля. Понимаете, это не просто что-то, где-то мы будем обладать. Слово говорит, мы обладаем всем. И потом Владик выходит помолиться, и он дальше походит. Дай нам востребовать. Ого! Знаете, может, вам это как-то не прошло, но меня это просто начинало связывать. Это как трос. Понимаете, он начинает связывать больше и больше. Ага, я обладаю, но сейчас я должен что-то еще востребовать, чем я обладаю. Да поможет нам Бог, друзья, в этом. Аллилуйя. Востребовать, чем мы обладаем. Сегодня об этом я хочу поговорить. Сейчас давайте мы тогда откроем слово. Это 2 Коринфянам, 6 глава. Пророк говорит на эту тему. Совсем небольшая проповедь перед вечерей. У нас это... Давным-давно напечатано. С 7 по 10 стих. Давайте мы прочитаем, я прочитаю. А потом из Откровения еще. 10 главы. В
слове истины. Прекрасно, да? Насколько Дух Святой может четко выразить, поставить слова в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. Надо же, и в правой, и в левой руке. В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Друзья, парадокс. Парадокс. Это не для этого ума, правда? Ты должен это принять сердцем. Давайте еще тогда Откровение, 10 глава. Я хочу это соединить, и мы поговорим на эту тему. Это наша книга, правда? Мы больше и больше, Дух Святой погружает нас в нее. Откровение 10, между 6 и 7 трубой, да? Как наш пастырь все время подчеркивает это. «И видел я». Можно так ударение поставить? Это же Иоанн говорит. Друзья, мы должны это увидеть. Потому что здесь говорит Иоанн. «И видел я». Брат, сестра, ты должен увидеть этого сильного ангела. Если ты его не увидишь, ты не сможешь взять. Ты будешь сомневаться. Ты будешь неуверенным. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Понимаете, он дает характеристику, как выглядит этот ангел. А наш пророк показал, мы увидели облако, правда? А здесь радуга над головой его. А радуга бывает только после дождя. Аллилуйя. А он снизошел, как ранний поздний дождь, друзья. Понимаете, он сходит, он показывает, он открывает нам. Лицо его, как солнце. Разве мы не видели сияние это солнце? Он показывает и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. Раскрытая книжка. И это только для невесты, друзья. Вот что он показывает, да, когда открывались печати. Это же глава после открытия печати. Открыта книга. Печати открыты. Но не объяснены. Откровение нужно. И Бог дал это для своих детей. «И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев». То есть он нечто хочет востребовать. Он этим хочет показать. Он пришел для чего-то. «И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими». Давайте мы помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, Господь, мы так благодарны и счастливы Тебе. Извиняюсь, я чуть ниже опущу. За эту возможность быть здесь с нашими братьями и сестрами, Господь, с этой Божьей семьей, с этой частью семьи здесь, в Казани. И мы хотим вериться Тебе, нашему Духу Святому, этому сильному ангелу, который снизошел. Боже, раскройся сегодня, Господь, перед нами, чтобы мы могли бы получить ободрение, чтобы мы могли бы получить то, что нам принадлежит, то, чем мы обладаем, Господь. Снизойди и проявись. Сделай это слово реальностью для нас, чтобы, Господь, каждый мог взять, что его, чтобы каждый мог поставить также свои ноги, Господь, на свою землю.
Боже мой, усмотри благое для нас. Ответь на наши нужды, Господь. Мы веряемся Тебе, нашему чудному Господу Иисусу Христу, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Садитесь, пожалуйста. За низко, да, немножко? Итак, мы с вами прочитали эти места Писания, эти отрывки. Я хочу с вами, чтобы Бог позволил нам войти в это слово, чтобы мы могли бы увидеть эту красоту, увидеть эту ширину, эту глубину, правда? Эту высоту. И Бог радуется тогда. Ему нравится, когда его дети ухватывают. Понимаете, когда родители, бывает, наблюдают, он говорит, смотри, видишь? Он понимает, он ухватил. И тогда в семье приятно, правда, когда наши дети идут по стопам родителей, когда они ухватывают эти вещи, когда мы бываем просто в земных вещах, и то ты радуешься. Но также наш и духовный отец, этот учитель, друзья, насколько важно иметь его внутри. Ты можешь слышать всякие тайны, ты можешь слышать эти глубины, но должен быть вот здесь этот внутренний учитель, который будет тебя обучать то, что говорится здесь. И это будет замечательно. И все будет становиться на свои места. И потому апостол Павел показывает эти вещи, что ты можешь быть нищим, но также ты богат, правда? Кого-то гонят, на кого-то несут эту критику, огорчают, а ты можешь радоваться. Понимаете? Вот. А почему? И он в конце говорит, мы ничего не имеем, но всем обладаем. И здесь как бы ключ, здесь секрет. Так а чем же тогда? Как это может быть? То есть надо посмотреть с другой стороны. Почему так говорится? И поэтому Господь дал это в наше время для своих детей, для своей возлюбленной, чтобы мы могли бы уверенно стоять на ногах. Понимаете, Бог снизошел, поэтому Откровение 10 нам раскрывает эту тайну. Почему я обладаю? Да потому что Бог снизошел в нашем поколении. И Он поставил, посмотрите, очередность. Сейчас я хочу вместе с вами еще раз как бы подчеркнуть, заострить это внимание. Здесь характеристика этого сильного ангела. Он показывает, как он выглядит, что он в руке имеет и куда он ставит ноги. Правда? Потому что именно по порядку правую ногу он ставит на море, а левую на землю. Ну и что, да? А что ты хочешь этим сказать? А это очень важно. Давайте Откровение 13 откроем. Первый стих. «И стоял я на песке морском и увидел выходящего из моря». Кого? Зверя? Зверя. Семью головами и 10 рогами. И так далее, да? Ага. И сейчас давайте тогда прочитаем в этой же главе 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из...» Откуда? Аллилуйя! Из земли. Он имел 2 рога, подобные агнцам, и говорил, как дракон. Вы видите связь? Вы видите? Друзья, нас должно это приводить в возбуждение. Или мы должны прищуриться, понимаете? Так, я не хочу упустить. Ну-ка, какая это связь? Друзья, для невесты это очень важно. Может, для кого-то не важно, но для невесты это очень важно. Потому что зверь выходит и из моря, и из земли. И этот ангел сходит с небес и ставит свои ноги, показывая, ты никуда не продвинешься. Это мое владение. Это я позабочусь о своих детях.
Он поставил ноги, откуда вышел зверь. Друзья, это только для вас. Это только для избранных. Другие вообще это ничего не поймут. Ну и что он там ноги эти поставил? Он пришел востребовать за то, что он заплатил цену. Потому что помните, в Откровении 5, да, мы видим, что выходит агнец, как бы закланный. И всем так нравится этот агнец, потому что он заплатил эту цену. Друзья, ну мы должны распознать, что этот же агнец сейчас в Откровении 10.1, он вышел с раскрытой книгой, с правовым документом, сказать: «Это мое». Понимаете? Он наступил на головы или на голову этих зверей, одного и другого зверя, чтобы востребовать за то, что была уплачена цена. Друзья, настолько это здорово, поэтому мы можем сказать: «Боже, это мне принадлежит». Понимаете? Поэтому ты должен получить откровение, ты должен увидеть, ты должен услышать от Бога. Ты должен увидеть Его, как Он снизошел и что Он тебе говорит. Как Он выглядит. Поэтому эти проповеди и идут, понимаете, в таком направлении. Поэтому я так благодарен Господу, что говорила вчера о Раафе. Да? Раав, блудница или язычница. Она приняла двух ангелов в свой дом. Да? И тогда началось давление, как вчера пастор говорил. А чего? Они пришли, выдайте нам их. Она их спрятала. Да, Тимур? Где? У себя на крыше, в ячмене, в зерне. Да? Аллилуйя. Уже было зерно. Время жатвы. Понимаете? Ты удержи это слово в своем доме. Ты не просто будь наблюдателем, ты не просто будь туристом. Понимаете? Она это приняла, она это спрятала. Она не хотела выдать, но она знала, что ангел-губитель движется. А пророк говорит: Иисус Навин. Да? Он говорит, это и был ангел-губитель. Она говорит: я знаю, я верю в такого, я слышала. Она их укрыла, но она и попросила с них. Они показали требования. Выставь этот знак. Знак в своей семье. Жизнь. Друзья, не какие-то цитаты, не какие-то, не просто эмоции. Дьявол боится жизни. Простой жизни. Простой жизни сестрицы, домохозяйки, понимаете, мамы, фермера, там, слесаря. Говорит, это твоя позиция. И когда мы в этом пребываем, когда ты знаешь, что это твое, так ты должен востребовать это. А как тебе это досталось? Ты это заработал? Ты это заслужил, заслужила? Нет. Мне это перешло по наследству. У меня папа богатый. У меня родственник-искупитель такой, а я и не знал. Понимаете? Поэтому он говорит: мы нищие. Может, в этой жизни, понимаете, не все здесь можно купить, но есть то. Ты не купишь радость, правда? Ты не купишь веру. Это дается от Него. По наследству. Друзья, своим детям. Понимаете? Поэтому он должен был умереть. Поэтому, знаете, бывает, как переходит. После смерти вам достается наследство. Поэтому он снизошел. Друзья, он оставил небеса, он оставил славу. Он стал подобный нам, чтобы заплатить эту цену. Чтобы ты мог потом пользоваться. Но он и воскрес из мертвых. Он первенец. А мы церковь первенцев. Аллилуйя. Чьи имена записаны на небесах. Да поможет нам Бог, друзья. Поэтому вот почему Бог сходит. Он хочет, чтобы у нас, он убирает амнезию. Он не хочет просто: да-да, я в послании, да, я верю. Седьмого ангела, да, я верю в Малахию 4. Я верю, что будет восхищение. Все?
Да это вообще просто история. Я хочу познакомиться с этим ангелом. Я хочу лично с ним иметь общение, правда? Я хочу, чтобы войти в этот союз. Я хочу взять эту книгу с этими тайнами и съесть ее. А Бог посылает ангелов своих с раскрытой книгой. Он энморфируется. Поэтому тот огненный столб, который мы видим здесь на фотографии, друзья, он говорит, это ангел завета, который вел детей израильских. Вы понимаете, потом этот огненный столб был, Моисей же вел, правда? А он потом был, когда он говорил, он был в Моисее. Огненный столб не изрекал мух, жаб. Понимаете, эти суды. Это выходило из пастора Моисея, правда? И Бог подтверждал своего служителя. Поэтому кто-то смотрел туда, но он и слышал. Он говорит, ты должен различить. Я и отец одно. Друзья, мы же в такой союз. Бог нас вводит. Когда будет третий рывок? Когда невеста распознает, кто она такая. Бог нас вводит в третий рывок. Он не хочет, чтобы мы просто двигались бы эмоциями и только были бы видели чудеса исцеления. Это хорошо. Но через это пала первая и вторая Ева. Ну, третья Ева, да? Говорит, она не пойдет. Я введу ее в сокровенное, в тайное. Я третий рок, говорит, я даже объяснять не буду. Седьмую печать я так спрячу, что никто ее не поймет, кроме нее. Потому что вы, говорит, часть моя. Понимаете? Но чтобы быть его частью, должен войти в завет. Поэтому то, что вчера упоминалось, брат Павел упоминал, помните, про Агарь тоже. Это было откровение Сары. Это было то, что Бог ей дал в наследство. И вот на эту землю мы, бывает, смотрим. Сейчас я перейду уже к этому. Ну ладно, давайте пойдем в Бытие с вами. Нам будет яснее. Возьмем пример, да? Просто нам надо походить по этим образам, по то, что мы уже слышали. Понимаете, я такой человек, я люблю поливать. Я и должен, вот это мое служение. То, что уже засеяно, понимаете? Аллилуйя. Понимаете, кто-то засеивает. Но есть помощники, которые ходят с лейками. Вот. И если где-то, знаете, как бы засохло, ну там есть зерно. Понимаете? Его надо просто полить. И оно живет. Потому что в нем он, Бог все заложил. Понимаете? А нам нужна вода. Нам нужна эта вода. А он что сказал? День последнего праздника. Кто жаждет, приходи ко мне и пей. И тогда из вас потекут реки воды живой. Я вас сделаю подобным мне. Вы эти мини-боги. Это наследие, друзья. Это наше владение. И нам не надо скромничать, потому что дьявол приходит, понимаете, и помазывает наши чувства. Так помазывает, что ты смотришь и, ой, а меня здесь не любят, я здесь вообще нежеланный или нежеланная, мне со мной здесь никто общаться не хочет, мне так тяжело, мне это. Друзья, это дьявол. Мы должны различать его, понимаете? Если апостол Павел говорит, и замыслы нам его небезызвестны. Почему? Бог снизошел, чтобы дать нам опыт, дать нам разум Христов, чтобы мы не проигрывали эту битву. Потому что когда Бог сходит, Он помазывает твою веру. Совсем по-другому. А вера от слышания, понимаете? А слышание от Слова Божия, которое есть реальность, которое я есмь. Я не в истории,
Понимаете? И я жажду идти в ногу с теми, которые могут привести и ввести нас в вход. Куда? В царство. Где реальный Бог. Не просто знать историю послания. Не просто знать историю о рыбалке и охоте. Понимаете? Но передать ту жизнь. Не просто носить эти пряжки и там шляпы. Понимаете? Так, как ходил пророк. Это его было. Понимаете? Сейчас можешь купить там наборчик такой. И ножик, и шапка, и это. Но то, что носил пророк, было одно. Это оригинал. Я хочу дух пророка. Вот что Елисей ходил и смотрел, понимаете? Мне не надо эти штучки. Мне не надо подражать. Может, я никогда в каньоне Сабина не буду. Но я хочу тоже меч. А мы что с вами прочитали, когда обладаем всем? Меч в левой, в правой и левой руке. Он снабдил свою церковь. Как вчера пастор начал вам? Ух, как мне это нравится. Вы супер церковь. Вы супер раса. Вы супер знамение. Вы супер леди. Господа, госпожа Иисус Христос. Ой, брат, я это не знаю. Да тебе надо победить это. Тебе надо умереть для своих мыслей. Поэтому оставляя все, забывая заднее, давай простираться вперед. К почести высшего звания во Христе Иисусе. А какое это? А это обручальное кольцо. Помните, как в шестой печати проговорит? Он рассказывает историю про ранчо. И он встретил, да, он осмотрелся там, подражаний. Они одевали эти платья Запада, и ковбойские шляпы, и револьверы. Но была та, которая была очень скромной. И он у забора, когда устал уже от этого всего, понимаете? Устал от такой религиозной жизни людей, которые предъявляли права на его часть. Но он с ней зашел, чтобы сказать: Наташа, я тебя избрал. Брат, я тебя избрал. Ильгизар, я хочу, Валя, чтобы ты была моей женой. И может, у тебя в платье хорошо нет. Может, у нее, помните, она ведро это держит с помоями. Она босая была. Он говорит: ты знаешь, для чего я приехал сюда? Ты знаешь, почему я с ней зашел? Я ищу свою. Я ищу своих. Те, кто из моей, изошли от меня. Это великий, понимаете, голос. Он как прокричал этими семью голосами, что эти семь громов проговорили. И кто-то начинает слышать. О, Боже, это я. Это я. А мне говорили, что уже со мной покончено. Нас почти год не было. Но приготовься, я заберу во дворец. Тебе больше не надо будет мыть эту посуду. Приготовься, я заберу тебя в свой дом. Не я, это он сказал, я говорю слова, правда. Но мы в образ можем войти. Разрешите мне, понимаете, сегодня я хочу это просто передать. Я чувствую, мне хочется... Богу хочется это сказать вам, напомнить вам. Если кто-то забыл, если кто-то опускает руки, если кто-то поверил, что он грешник. Он говорит: я грешник. А Бог говорит: а зачем тебе надо быть грешником? А для чего тебе надо быть грешником? Я заплатил цену. Я оставил наследство. Если только ты любишь быть грешником, но если ты это, отвернись от этого. Я хочу, чтобы ты поверил моему слову, моему завещанию, моему наследству, которое я оставил. Иди возьми. Давайте сейчас Бытие откроем. Аллилуйя.
13 глава. Стих. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него. Когда он сказал? После того, когда неверие, когда неверующий отделился от него, когда он остался один. Когда все от него, да? Вначале же он вышел. Папу прихватил свой, правда? Вот. И потом отец его умер. Вот. Потом мы видим племянник, который он взял, пожалел, а через которого и начали создаваться проблемы. Родственничка взял, понимаете? И в церкви начались проблемы, в семье начались проблемы. Ссоры начались, распри, разногласия начались. Не могли поделить. И после того, когда они разошлись, Бог снисходит и начинает говорить к нему. Возведи очи твои. Друзья, это Бог я есть. Я хочу, чтобы вы не читали историю. Читай это для себя. Возведи очи твои. И с места, на котором ты теперь. Аллилуйя. Бог позволил тебе прийти сюда, где звучит Его Слово. И с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Да? Он начал двигаться, друзья. Когда Бог снисходит и нечто тебе говорит, Он говорит не просто с той целью, чтобы ты просто сидел, чтобы ты двигался в Слове. А как ты можешь двигаться в Слове? Он помазывает твою веру, друзья. А вера есть основание, понимаете? Поэтому Он говорит, вы не огорчайте Святого Духа, которым вы запечатлены до дня искупления. До дня и усыновления вашего. А залог это есть та часть, это ваше наследие. Понимаете? Он показывает, это залог. Для чего? Нам нужен Дух Святой. Поэтому он говорит, в облике мужа совершенного. Тебе не надо павлиньи перья вставлять. Брат, сестра, тебе не надо тужиться. Бог не примет твою веру, твою добродетель, твое познание, там, воздержание, терпение, понимаете? Он свои качества примет. Поэтому тебе надо родиться овцой, он говорит. А все остальное будет расти изнутри. Понимаете? Дух Святой дан как залог, и он будет... Он и позаботится, чтобы Божьи качества росли в тебе. И когда ты дорастешь, то сходит Святой Дух, сходит любовь и запечатлит. Скажет, это сын мой, это дочь моя, это не младенец. Понимаете? Пророк был в угольном сарае, он был младенец. Он пережил новое рождение, он пережил крещение Святого Духа. Конечно, конечно. Но Бог его растил, Бог его возрастал. Понимаете, и ангел приходил и учил его. А к нам разве ангел не приходит каждое служение? Разве он не учит нас? Для чего, друзья? Чтобы потом доверить тебе меч, который он получил в каньоне Сабина. Он возрастает, вырастит нас. Это не мое терпение. Потому что если будет мое, он кому-то скажет, ну-ка подойди, наступи ему на мозольку.
И такой святой, такой благословит вас Бог. А! Да кто это? И все, и вскроется это, понимаешь? И сразу зубы какие-то будут, понимаете? Сразу рык будет другой совсем. Но если он снизойдет, друзья, любовь — это не чувство. Позвольте вам сказать. Любовь — это сила. Когда злословят тебя, когда поливают грязью тебя, тогда не ты, а он. Нечто изойдет отсюда и скажет: я не злюсь на тебя. Пусть тебя Бог простит. Я буду молиться даже за тебя. Друзья, вот это сила. Добродетели — это сила. Это не просто что-то такое. Бог поэтому сходит и говорит: и вы примете, когда сойдет Дух на вас, что? Что вы примете? Чувство? Аминь. Вы примете силу. А это, друзья, и он будет растить вас. Знаете почему? Почему нужен Дух Святой? Он питается словом. Да, брат Эльгизар? Ты не сможешь сам жить. Но тот, который в вас, сильнее того, которого в мире, сильнее этого зверя, который вышел из моря и вышел из земли. Тот, который в вас. Где этот огненный стол сегодня? Вы сами должны разобраться в этом. Поэтому для Авраама это как прообраз нас. Друзья, он в своей семье имел переживания. Может, я немножко перепрыгиваю, но о том, что говорилось. Вот почему он позвал Елизера. Кто здесь Елизер? Скоро ему невеста нужна будет. Он пошлет Елизера, понимаете? Но он перед этим скажет, он поднял, да, и говорит: куда положи? Говорит: ну-ка положи свою руку под стегно и поклянись, что ты пойдешь там, где моя родословная. Я не хочу, чтобы ты там смотрел лишь бы где. Мне не нужны окрестности Содома и Гоморра. Мне нужны окрестности этого Вавилона или этого Ханаана. Понимаете? Пойди там, где мое родство. И там найди невесту для Исаака. А почему сюда? А потому что, говорит, здесь у мужчины исходит семя. Понимаете? Поэтому в Откровении 19 у него на боку было написано, кто был на белом коне. И имя его — Слово Божие. Друзья, вот какое семя исходит из Бога. Для кого? Для его детей. И ты растешь, и ты растешь. Я тоже его жду. Но мы уже слышим его голос. Я не оставлю тебя, я не покину. Поэтому я хочу, чтобы ты росла, чтобы ты рос. Поэтому я сам снизошел. Я остановлю это. Да, но тебе надо будет пойти самому взять. Он дает это владение, он дает это наследие, он дает эту землю. Понимаете? А потом помните эти цари. А Лот, он думает: ну я же верующий. Я сколько знаю посланий. Да я пойду. Вначале он... Куда он пошел? Мы с Тимуром говорили сегодня утром. Общайтесь с ним. Хороший парень, знаете. Он мне темы помогает. Обрастает так. Понимаете? Он говорит: ну я же буду рядышком. В окрестностях Содома и Гоморры. Правда, вначале он пришел? А ангелы откуда уже его выводили? Он, грех, друзья, очень привлекателен. Очень красив, прыгает. Он не уродливый. Он красив. Он в нем обольщение. И поэтому нам нужен иметь разум Христа. Поэтому он снизошел, чтобы третья Ева не пала. Чтобы у тебя были его мысли, его чувствования во Христе Иисусе. Понимаете? Поэтому я должен умереть для своего. Поэтому я должен умереть для своего я. Для своего, то, что мне не нравится. Ой, я так чувствую. Ой, я на меня так смотрит. Я должен игнорировать, я должен умереть. А как чувствует Бог? Кто-то посмотрел на тебя. А ты улыбнись. Создавай атмосферу.
как Бог создавал атмосферу вначале. Может, та земля какая-то без вида, без величия. Но, понимаете, это Божий атрибут. Богу не все равно, если вы его земля. Он приближается к вам, приближается своим голосом, своим словом и начинает творить. Он разгоняет это, удаляет эту, отдаляет эту тьму и этот свет. Понимаете, у него есть порядок. Он создает сначала атмосферу. Для чего? Чтобы слово прозвучало. Друзья, нам не надо сразу шашки наголо. Навоевались уже. Рыжего коня увидели. Слава Господу. Петр и начинает, пророк во второй печати и начинает с этого, да? Что Петр выбрал меч и отсек ухо. Это аппарат, чем слышится. Но Иисус был рядом, он приложил. Нет, это надо, это еще. Нельзя оставать без ушей братьев и сестер. Но он целился не по уху, друзья. Думает, не попал. Пусть Бог нам поможет. Поэтому, друзья, под пирамидой стоит Исаия 6. Тебе надо пережить это, чтобы взор Бог смог обратить от земного к небесному, к настоящему главенству. Друзья, это главенство снизошло. Понимаете? Главенство. Нам всем нужно главенство. Нам нужно встать под главенство. И блаженны вы, когда вы это нашли и успокоились. Потому что кто-то отображает это небесное главенство на земле. Поэтому говорит, и Бог поставил в церкви. И дьявол это так не любит, что многие говорят, мой пастырь Христос. Чисто пятидесятницким. Понимаете? Что многие пришли, многие пришли с пятидесятников. И это помазание нам надо оставить. Я сам был пятидесятником. Хорошо, что кто-то откуда-то, но это все равно, это присутствует. Тебе надо войти в небесное. Тебе надо, поэтому небесное, небеса опустились на землю. Они хотят объединиться. А это в наше время. Это встреча с ангелом. Он каждый раз присутствует. Его голос звучит. Нам нужно просто иметь развлечение. Поэтому пророк говорит, друзья, это не я, это просто был мой голос. Я как микрофон. Я вернусь. Мне надо прокрутить эту пленку. В избрании невесты. Последние там 30-40 минут. О, Капернаум, Капернаум. Лос-Анджелес, Лос-Анджелес. Я так хотел вот тебя собрать, как птица птенцов. Он вообще был, его, то есть Бог использовал полностью его. Это не шло через его разум. Понимаете? Говорит, я не знаю, что я сказал, но это сказал, это так говорит Господь. Я приду и прослушаю пленку. Это говорил Бог. А что мы сегодня видим, когда выходит кто-то и голос его звучит? Ну, это брат Павел, ну, это брат Юра. А смог ли ты пробиться за завесу? Смог ли ты увидеть его, увидеть эту славу, иметь это общение, эту вечерю? А вечеря, знаете, кому достается? Победителям. Только победителям. Давайте прочитаем, что говорит пророк. Из проповеди «Обладаем всем». 28 параграф. Это у меня, если совпадает, из Message Hub, из этой программы. Так вот. После этого случая затем пришел царь, который враждовал с каким-то тамошним племенем и пронесся под долине и объединился со всеми группировками, мелкими царствами и взял, пришел в Содом и захватил царя Содома и Гоморры, взял Лота, племянника Авраамова, его жену, его дочерей, его детей, всех и все, их имущество, все, что у них было. Друзья, многие думают, ну я пойду в мир, ну я это самое.
Ну, я готов столько заплатить. Он у тебя прогорит. Когда сын его хотел уйти. Сынок, ты заплатишь гораздо больше, чем ты думаешь. Тебя оберут всего, как липку. Лучше держаться подальше от этого. И все, что у них было. И пошел себе дальше, обчистил по дороге всю ту страну. О, как это ужасно. Возмездие за грех – смерть. Лот, несомненно, осознал, прохаживаясь там, может быть, веревкой или цепью на шее, как раб. Друзья, вы слышали это? Молодежь или среднего, друзья, кто бы ни был. Ты думаешь пойти в мир, там свобода? Тебе веревку, кандалы оденут или цепь. Ты ее можешь просто сразу не заметить. Понимаете? Может, будет выглядеть как галстук. И затянут. И ты будешь иметь эти ловушки, эти проблемы. Давайте дальше прочитаем. С веревкой или цепью на шее, как раб, его детей, девушек, насиловали. И его жену, и все такое. И, наверное, он умер бы в любую минуту, если бы ослушался хоть одного повеления. И, может быть, его забрали в какое-то другое царство, и он остался бы там рабом на всю оставшуюся жизнь. Но Авраам, когда он узнал, что Лота забрали, посмотрите, интересно, как пророк показывает, какую он ведет линию. Это входило во владение Авраама. Вы слышите? И Авраам, наверное, сказал так: Боже, ты говорил мне, что если я буду слушаться тебя и ходить здесь, по этой земле, в твоем слове, в твоем наследии, ну это я от себя уже говорю, ты дашь мне ее, она принадлежит мне, а Лот ее часть. И я отправляюсь за ним. Вы слышите? Друзья, ну что надо было вначале? Отделиться. Для чего? Чтобы Бог мог бы тебя снабдить всем необходимым. Отделение, полное отделение от неверия. Так что он поставил гарнизон, вернее, собрал своих слуг и вооружил их. И он взял своих слуг и погнался, пока не догнал и не настиг этого царя со всеми остальными небольшими царствами. Посмотрите, какой великой армией они были тогда. Но под руководством Бога, главнокомандующего. Он разделился и напал на них, и поразил царей, и вернул Лота, и все, и эти мелкие царства, вернул их назад, обратно на их родину. Тут в Аврааме такой прекрасный образ Христа. Да? Пришел после того, как враг все захватил, а Христос пришел и вернул нас назад. Друзья, посмотрите, как Бог действует. Потому что ты не сможешь в неверии услышать, понимаете, чистый его голос. Поэтому Бог хочет отделиться. Отделитесь. Я хочу, чтобы вы жили бы для меня. Я хочу, чтобы вы именно были чисты, чтобы вы были бы назареями для меня. И я буду использовать вас. Боже, но у меня же там это. Ты не сможешь сам. Я должен снабдить тебя всем необходимым. Понимаете? И когда Бог это сделал, и когда Он пришел, Он говорит: Авраам, а вот сейчас иди, я буду с тобой. Друзья, 318 человек. Наш пастор же не говорил, да? Как раз последняя его проповедь была в Вильнюсе. Я просто говорю, я хочу полить. Может, кто-то не все ухватил. Просто хочется немножко подтоптаться, понимаете? Это наша земля, друзья. Это нам принадлежит. Это актуально для нас.
Или мы все уже взяли? Или у нас все наследие уже у нас в порядке? Не все же, правда? Мы же сражаемся за наших детей, за наших близких, родных. Ну, мой сын ходит в церковь. Но это еще не все. Иди дальше. Он должен познакомиться тоже с ангелом. Понимаете? Он должен распознать свое главенство. Кто его пастырь? Потому что наш земной пастырь, понимаете, я не знаю, ну, у каждого должен быть он. У меня брат Павел. Мне это Бог открыл. Я это точно знаю. Понимаете? Если у вас это, потому что апостол Петр говорит, когда явится пастыроначальник, говорит, пастырей умоляю. Понимаете, нас кто-то представит Христу. Ты один заблудишься. Ты будешь как блуждающая земля, звезда. Ты не сможешь. Ты не найдешь. Поэтому проводник и послан. Поэтому Моисей их пастор вел. Поэтому Иисус Навин вел. Понимаете? Поэтому эти прообразы есть. Поэтому Авраам то же самое. Он идет. Он говорит, друзья, вы представляете, какие там были эти военные силы? Это же было армией. Правда? А он берет 318 человек. Они откапывают, говорит, нам надо, друзья, может, ему только у Авраама был меч. Говорит, а они взяли что там? Мотыги всякие, знаете, там. Говорит, вообще ржавое брали. Но главнокомандующий был с ним. Он был соединен с главой, друзья. И как Писание говорит, ученики, и он был с ними, куда бы они ни пошли. Аллилуйя. Вот это, друзья, ценно. Имейте эту связь. И несмотря, что нас разделяют эти километры, у тебя, когда приходит Дух Святой, когда ты под главенством, у тебя есть связь. Ты питаешься. Понимаете? Ты не идешь лишь бы куда. У соседа всегда лучшая травка, считай, понимаете? Но тот конь, когда перепрыгнул, он весь поранился. Понимаете? И это парадокс. Лоту нравилась та земля. Может, кому-то нравится, а кого-то земля. Но Бог тебе дал вот эту землю. И она, может, немножко, как вчера мы слышали, обезображена. Но доверься Богу. Он преобразит это. Изнутри. Изнутри, друзья. И это будет выходить наружу. Я сейчас не про этот мешок говорю. Но из этого мешка исходит это сокровище. Правда? А бывает такой человек привлекательный. И когда поговоришь с ним, думаешь, надо же, какой колючий. Можно так пораниться. Поэтому Бог хочет. Поэтому что Сара смотрела? Она смотрела на свою землю. Она такая некрасивая. Вот Агарь. Смотри, какая земля хорошая. Темнокожая. Они сильные. Вот она точно родит этого сына. Друзья, ну Бог тебе дал твою землю. Это твое наследие. Может, оно не такое красивое, может, оно не такое большое, но это твое. Богу нравится, Бог хочет, чтобы тебе нравилось то, что Он тебе дал. Понимаете? Поэтому многие смотрят куда-то, не на свое, и это Бога раздражает. Бог их вывел из Египта, как мы слышали, да? Он открыл это море. Он уничтожил их врагов, те, которые били их, мучили их. Понимаете? Они могли возрадоваться. Друзья, это были победители. Понимаете? Поэтому Мариам взяла бубен, друзья, и стала петь эту песнь, что написано: дочери израильские пошли за ней. Друзья, многие рисуют, надо же, Мариам, она такая стройная была. Позвольте, вы же знаете, что это была старшая сестра Моисея. Если вы Моисею 80. Сестра, скоро возьмем бубен. Сестры, мы станцуем. Друзья, это Бог хочет это. Понимаете? Поэтому не просто там нарисовать платьице это. Понимаете, кто зажег церковь? Кто ухватил? Она была пророчицей. Она увидела победу.
трупы были в этом море, еще ничего, кажется, надо, Боже мой, но она могла ободрить церковь. Понимаете, есть дары в церкви, которые могут спеть песнь победы. И тогда молодежь начинает, один из них, да, или там мы царское семя, и он не постыдится, отождествится. Друзья, Богу нравятся песни победы, а победа, и тогда придет Мелхиседек. Вы понимаете, к чему я, что нам Бог показывал? Избавление придет. Понимаете, победитель, побеждающий. Поэтому он приходит и говорит Аврааму, но подчеркивает. Да? 14 глава. Давайте два стиха эти прочитаем. И Мелхиседек. Аллилуйя. Мелхиседек. Тот, который не имеет, да, ни отца, ни матери, ни начала дней, ни конца. Тот, который снизошел к Аврааму. И он в наше время снизошел, друзья, с вечерей, с хлебом и вином. Кому? К победителям, к избранному царскому семени. Он другому не даст. Он не искал, извините, ошибочка произошла. Он точно снизойдет к своему дитю. Царь Салимский вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога. Откуда у нас благословение? От Бога. Давайте мы не забывать это. Все, что дал тебе Бог, все, что хочет Он тебе дать, это от Него. Незаслуженная милость. Понимаете? Я вот это хочу воспевать. От Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Это наша тема. То есть пришел владелец неба и земли. Ему принадлежали небеса и земля. Владыка неба и земли. Понимаете? С хлебом и вином для своих детей, показывая, понимаете, то, что вы часть небес, вы та земля. Поэтому и будет эта победа, поэтому и сброшен будет этот дракон из Откровения 12. Понимаете? Он сброшен с небес. Небеса – это наша душа, правда? Потому что была война. Он сброшен на землю. И сейчас это битва в разуме. Но он сходит как главнокомандующий. Ты должен довериться мне. Я покажу тебе выход. Вот кого встретил Авраам. Вот кого встретил Иисус Навин. Правда? Илия, Елисей. Они знали. О, друзья, чтобы открылось слово. Чтобы ты мог пройти по этой земле. То, что принадлежит тебе. Понимаете, друзья, вот что важно. Вот для чего он сходит, чтобы мы имели бы эту жизнь и жизнь с избытком. Он не хочет, чтобы мы голодали духовно, друзья. Настолько всего он снабдил, столько он дал. Но этот зверь, змей может прийти. Подлинно ли сказал Бог, что это облако, это и есть это, эти ангелы? Понимаете, он вводит сомнения. Тогда Бог не пришел. Тогда не было открытия печатей. Он вставит под сомнение. А это же для Израиля. Ты всякое можешь слышать. Но когда ты видишь, что это Он, ты знаешь Его голос. Господь, это для меня, это истина. Это наш проводник, это наш учитель. Он обучает. Этот огненный столб сейчас в теле. Вот это и есть третий рывок, друзья, когда он начинает нам напоминать, когда он начинает говорить, это же голос мой, голос водопадов. Это я спрятался. Но
Мир этот не будет видеть меня. Подражатели не будут видеть меня. Они не войдут, друзья, в ту маленькую палатку. Первый и второй рывок был. Дьявол подражал это. Но третий рывок — это только для невесты. А это седьмая печать. Понимаете? Это жизнь. И мудрые, они ухватят это. Друзья, вот это есть ценность. Когда ты видишь этого ангела в людях, когда они доносят это слово, и они открывают вход в царство. Понимаете, это не просто «я открыл пред тобой дверь, и никто не может ее затворить». Для тебя Бог открывает дверь из Откровения 3, понимаете? Чтобы ты поднялся выше. Мы же Иоанны, правда? Мы же орлы. Я хочу, чтобы ты летал, летала в слове. Это твое владение, твое наследие. И знаете, что проговорит? Да, друзья, это ваше. Но вам надо будет сражаться за это. Но когда Бог дает тебе этот правовой документ, Дух Святой, иди и возьми. Это, говорит, принадлежит. Радость, говорит, это вам принадлежит. Мир вам принадлежит. Покой вам принадлежит. Терпение, понимаете? Это все для он оставил для своих детей. Но, говорит, ты должен это взять. Я хочу это. Вы хотите этого? Иди, возьми. Ты должен просто поверить. Ты не должен себе воображать. У тебя точно должна быть помазана вера, Божья вера. И тогда нечто в тебе будет расти. Тогда он говорит, дьявол будет, он боится этого. Он не боится восклицаний, он не боится этих криков. Но когда он видит, что ты стоишь с откровением, с верой, ты можешь не кричать, ты можешь прошептать. Отдай, отдай моего сына, отдай мою дочь. Да, он уже связался с дурной компанией. Да, но это принадлежит мне, это моя земля, это мое наследие. Отдай, верни его мне, это мое. Понимаете, вот Авраам почему пошел. Он не воображал, поэтому проговорит, это было его частью, это было его землей. Вот почему Бог пришел к нам забрать своих, забрать свою часть, приготовить ее. Друзья, пусть нам Бог поможет иметь утешение в этом, иметь радость в этом, чтобы мы могли бы просто довериться Богу, чтобы мы могли бы умереть для себя. Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, Римлянам 12:1, принесите себя в жертву, живую, святую и благоугодную Богу. Для чего? Сестра Валя, для чего? Братья, все, для чего в жертву? Для разумного служения. Чтобы вы были бы разумной девой. Чтобы вы были бы мудрой женой. Чтобы вы не потеряли бы свою девственность. Потому что первая Ева, она потеряла это. Потому что он вторгся. Он, да? Она проиграла эту наибольшую битву. Она сначала его допустила здесь, а потом он вошел в плоть. Он нарушил эти пределы, как мы слышали. Он гибридизацию сделал. Друзья, но ее муж, это был Сын Божий. И даже когда она пахла зверем, даже не мужчиной, это написано был зверь, прямоходящий, хитрее всех зверей полевых. Поле – это поприще. Он и сейчас орудует на поприще. Поэтому нам надо иметь Дух Святой. Без Духа Святого ты не устоишь. Нам надо иметь эту защиту. Нам надо иметь это главенство. И тогда блаженны вы, блаженны очи ваши, когда вы это видите. Друзья, поэтому он снизошел раскрыть наши имена. Поэтому говорит, не этому радуйтесь, что бесы повинуются вам. А радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Я видел, говорит, сатану, падшего с неба, как молния. Для чего? Лишить девственности многих. Поэтому апостол Павел говорит, и я боюсь,
как змей тогда обольстил его, чтобы ваши тоже умы не были повреждены. Понимаете? Но будет та, которая сохранит себя. Аллилуйя. Что вы его пришли. Вот, друзья, почему мы видим это? Какая-то происходит разница. Но этот крик. В вечернее время явился свет. Не буду входить в эту мысль, но просто так, чтобы заострить внимание. В вечернее время же явился свет. Но в полночь раздался крик. В полночь раздался крик. Поэтому пророк говорит, уже позднее, чем мы думаем. И когда раздался крик, а я верю, что этот крик буквально 4 года назад раздался, тогда нечто произошло. Мудрый начинает поправлять светильники. Он говорит, встань, поправь светильник, обрежь фитиль начисто, чтобы не коптил. Но, говорит, у них было в сосудах еще масло. Аллилуйя. Говорит, это Дух Святой. Друзья, мудрые и неразумные, они связаны вместе. Они связаны вместе, проговорит всегда. И когда нечто начало, когда раздался крик, когда они пошли навстречу жениху, и перед самой этой встречей неразумные, друзья, это девы, правда? Это оправданные, это освященные, это люди, которые знают это послание, можно так сказать? Но они не дошли до крещения Святым Духом. Они так и не познакомились лично с этим ангелом. Они верят в историю, но они не встретились с этой седьмой печатью. Они верят в 6 печатей. То, что Бог послал Илию, то, что будет восхищение. Но пророк сказал, они не поверили в искупление в полноте. А это есть он, седьмая печать. Поэтому они не вошли. Но нечто увидели. Наши светильники гаснут. Мы столько лет были вместе. Но сейчас что-то начинает происходить. Дайте нам вашего масла, друзья. Но мудрые сказали, чтобы не было недостатка нам и вам. Они мудрые были. Я имею то, что мне Бог только дал. Если ты имеешь, тебе тоже только что тебе Бог дал. Иди к продающим. Иди к тем, кто проповедует это. Иди и возьми. Говорит, иди помолись хорошенько, проговорит. И говорит, они пошли. Пошли искать. Но в это время, говорит, пришел жених. И двери затворились. Друзья, они, люди увидят вот этот переход. Потому что, говорит, они пришли, они стали стучать. Пустите нас. Они увидят, что мудрые ушли. Что они ушли настолько далеко в это откровение, слово. Я пока вот так говорю, друзья. Потом это будет и физически. Но это духовно вначале должно быть. Они будут стучать. Потому что очень темно будет. Дайте нам этого масла. Наши светильники гаснут. С нашей жизнью что-то не так. С нашим переживанием что-то не так. Друзья, это придет. Да поможет нам Бог, друзья, иметь эту радость, взять это. Исцеление принадлежит вам. Да, сестра Люда? Ну, говорит, тебе надо пойти и взять это. А говорит, дьявол не захочет так отдавать. И сегодня была молитва, понимаете? Ну, надо было ей это сделать верою, Боже. Ой, ну так разве кто из нас не знает, ранами его мы исцелены? Да, Исаия 53, конечно. Ну, друзья, это здесь. И говорит, это надо, чтобы это пришло сюда, чтобы Бог оживил это в твоем сердце. Вот тогда ты возьмешь. Тогда, друзья, споры прекратятся. Войны эти прекратятся. Ты будешь просто уходить от этого. Если ты мудрый. Этот
ангел пришел сопроводить нас. Открыть нам нашу непонятную жизнь. Понимаете? Рассказать нам, кто мы такие. Для чего он так сделал, чтобы ты родился, родилась в это время. Извините. Давайте еще прочитаем. Кроткие наследуют землю. Правда? Блаженные, алчущие и жаждущие праведности. А он и есть наша праведность. Друзья, это сокрыто по всем писаниям. Ну, кажется, это ж Нагорная проповедь. Это там хорошие кусочки. Он был царь Салима. Царь Иерусалима. Он есть царь праведности. Царь мира. Понимаете? Вы наследуете это. Для вас наследие. Нам надо просто прочитать, правда? Нам, когда от тебе приходят конверты и извещания, это принадлежит тебе. Иди этим пользуйся. Если кто-то сел там в ту машину, да, может, она там стояла. Или это карета, колесница, да, давайте скажем, пусть будет колесница. Если кто-то залез в нее, ты приходишь с правовым документом. И кто-то там сидит и говорит, слушай, а ну-ка, пошли вон. Ваше время закончилось. Чего ты тут? Это мое. Понимаете, тебе не надо, ты уверен, ты достаешь право на наследство. Это моя собственность. Мне сказал сам Бог. Вот написано. Друзья, вот тогда дьявол уйдет. Вот тогда бесы уйдут. А то, что вводить в эмоции, друзья, это ничто. Аня, ну да, да, ну давай посмотрим, что еще тут вообще. Как ты будешь тут прыгать и это? Ну, ты можешь просто прошептать. И когда он увидит этот корешок, когда он увидит этот знак, друзья, он что пророк сказал? Ему придется или стать как один из нас, или просто уйти. Пусть наша жизнь будет под этим знаком. И Бог этого хочет. Он принес этот знак. Поэтому Раав, она верою имела эту победу. Друзья, там трясло. Она находилась в том доме. И это не то, что, знаете, как другие. Пророк говорит, Лоту в Содоме было очень хорошо. Ему замечательно жилось. Он говорит, так я же верующий, я могу там. Ну, я же знаю истину. Ну, я не буду так близко там подходить к этому. Да все в порядке. Да не все в порядке. Пророк в этой же проповеди говорит. Не все. Слишком самоуверен. Но Авраам держался подальше от Содома и Гоморры. В пустыню пошел. Там его пастухи, его скот. Терпел нужду. Да ну, что ты мне говоришь? Авраам! Тому, которому Мелхиседек сошел? Да. Характер не даруется. Это победа, друзья. Он завоевывается. И он терпел нужду, но он доверял Богу все больше и больше, больше и больше. Поэтому он имел переживания, как вы вчера слышали. Он уже, почему он с Клеезеру так сказал? Не-не-не, ему хватило Агари. Ему хватило этого переживания в его церкви. Этого Измаильчика. В своей семье. Ну, а можно и к самому-самому привести, правда? Не-не-не, я больше так не хочу. Я хочу из царского семени. Приведи ту. Не надо гибридизации. Потому что это не выдержит. Это лопнет по швам. Я не хочу этого. Иди найди ту, которая, у которой чистая кровь, у которой чистая родословная. И
Сегодня Дух Святой ищет этот лизер. Это Дух Святой. И Он очищает. Поможет нам Бог, друзья. Поэтому ему хватило этого переживания. Ему это не нужно. И даже, помните, она начала, ой, не-не-не, проблемы. Она стала притеснять Сару, когда забеременела. Ой, не, мне такой в семье не надо. Мне такой, не, ну-ка, ну-ка, иди. Ангел ее там встретил, ну-ка, возвращайся. А почему? А характер у тебя, ты же хочешь Божий характер? Да-да, я очень хочу. Ну вот у тебя сейчас будут испытания. Боже, помните, когда сестра молилась? Братанка, помолись за меня, мне так не хватает терпения. Ну, они встали на колени. Боже, пошли испытания, пошли проверки. Братанка, мне не, я не об этом хочу. Я хоть просила терпения. Так, а через это ты и получишь это терпение. Понимаете? Сейчас Катя с Жанной, они эту песню выпустили. Так, небольшая, знаете, премьера. Характер обретаем, когда мы побеждаем. Забыл дальше, волнуйся. Замечательные слова. Очень приятно с вами быть. 33 параграф. Авраам имел... мог обладать той землей, потому что и тем, что было на ней, ух ты, и землей, и то, что еще было на ней, Бог дал ее ему, а Лот был частью той земли. Мы прочитали это? А, да, прочитали, хорошо. Давайте дальше прочитаем. Вы скажете, брат Бранхам, я нуждаюсь в исцелении, обетование ваше. Брат Бранхам 12 раз похлопывает по Библии. Но если вы собрались его получить, то получить его будет не так-то уж просто. Точно вам говорю? Вам придется отобрать его у сатаны. Если сатана захватывает ваше здоровье, вы имеете право заявиться к сатане со словами: «А ну-ка отдавай, давай сюда, я прихожу во имя Господа, владыки небес и земли, и я его наследник. Отдавай его». Друзья, только когда ты будешь уверен в Боге, только когда ты будешь переживешь эту встречу, когда у тебя будет по-настоящему в руках этот правовой документ, когда у тебя будет внутри его жизнь, и это говорит, когда это не вы, это его слово. Понимаете, он боится слова Божье. И приди к нему, и вот когда он еще испытает, он посмотрит. Но когда ты основал свою веру не на песке, почему апостол Павел? Это церковь Альфа. Да? Это тот апостол, который встретил тоже огненный столб. Он говорит, наблюдай, как ты строишь. Говорит, я заложил правильное основание. Одни строят на песке, а другие на дереве. Он говорит, ну кто-то на скале, кто-то на камне. И каждого будет испытано строительство. Друзья, подуют ветры. Но подуют ветры и тех, у кого на скале. И дожди пойдут, друзья, но тот дом устоит. Да поможет нам Бог строить это. А я вижу, что мы строим на скале. Откуда ты знаешь, брат Юра? А я чувствую. Я стою на этом. Я стою на этом, сестра Вера. Я стою. У тебя бывают проблемы полно, но я стою на этом. Я умираю для своих чувств. Я умираю для своих обстоятельств. Я смотрю, что говорит слово. Я хочу дождаться его. Я не хочу выскочкой быть. Друзья, пусть лучше ты войдешь последний, но перед тобой, может, там тысячи падут. А ты заходишь 1001. Это мое. Это мне принадлежит. Это моя машина. Это моя колесница. Я на ней улечу. Но мне нужен тот дух. Поэтому Елисей, наш прообраз, он понимал, что надо просить. Тот дух, тот ангел, который был с тобой, я в этом нуждаюсь.
Я в этом нуждаюсь сегодня. И он пришел, друзья. Отдавай его. Ты забрал моего ребенка. Ты свел его не с тем парнем. Ты забрал моего сына и свел не с той девушкой. Я требую их, верно? Я требую своих детей. Я требую своего брата. Я требую свою сестру. Да, сатана, ты забрал их из Божьего дома. Заманил их туда. Но я иду за ними. Я требую их. А откуда ты знаешь? Я наследник всего. Аминь. Это дано мне. Я наследник. Я могу требовать все, что Бог мне обещал. Аминь. Вот так-то. Это мое. Понимаете, друзья? И поэтому он тогда даст тебе. Я не требую то, что не мое. Но то, что мое, я хочу иметь. Я хочу иметь права на все то, что мне дал Бог. Поэтому пророк говорит... Церковь живет ниже своих привилегий. Церковь с большой буквы. Поэтому сейчас Бог вводит нас. Это твое. Поэтому Он открывает имя в книге. Поэтому Он показывает, это я. Я это. Это я показываю тебе, что ты снизошел от меня. Я пришел тебе показать. Я пришел тебе дать эту одежду. Я дал тебе, я хочу дать тебе это право. Друзья, третий рывок – это право, это сила. Она под контролем. Но Бог даст этот зрелый. Поэтому апостол Павел говорит, когда я был младенцем, я поступал по-младенчески. Но когда я стал мужем, 1 Коринфянам 13 глава, я оставил младенческое. Понимаете? Надо оставить и поспешить к совершенству. Оставить всякие эти пеленки, оставить эти начатки учения. Друзья, совершенство снизошло. Он хочет, чтобы мы были совершенными. Друзья, а это опять под пирамидой. Вот оно, прочитайте. Матфея 5:48. Все здесь под основанием. Поэтому пророк не зацепил это вот сюда. Он опустил это сюда. А потом Бог поставит печать. Ты зрелый, ты зрелая. Вот сейчас я доверяю тебе это слово. Иди. Но сам Дух Святой взращивает в нас эти добродетели. Это Его жизнь. Я не тянусь до туда. Потому что когда я предстану пред Ним со своей праведностью, я сильно упаду. Вспомни, откуда ты не спал. Понимаете, Люцифер дерзнул это. Он был херувим осеняющий. Он потерял все. Он стоял по правую руку Бога. Понимаете, это тайна. И когда в саду Эдемском змей стоял прямо, он перешагнул свои границы. Он вошел в человечество. Он был самый красивый. Он говорит, был красивее Адама. Вы находили это послание? Аминь. Но во что он превратился? В рептилию, да? Из высот он был сброшен. И он до сих пор вот так вот, он и не встанет никогда. Поэтому Бог открывает нам эти тайны и обучает нас. И благодарение Господу, что мы можем учиться от Него, правда? Я хочу учиться, я хочу возрастать. Я хочу вкушать вот эту пищу, которую кормил ангел Илью. Я хочу. Если он, да, от того бутерброда или от той лепешки. Друзья, 40 дней бежал. Вот эта энергия, вот эта преображающая сила, да, а к нам тот же самый снизошел. И он 1100 лепешек этих приготовил. Понимаете? Чтобы не просто ты бежал. Ну, марафон. А ты подымешься от этой земли. В этом слове такая сила. Ты преобразишься. Ты будешь победителем. Он говорит, приглашает. Садись по правую руку в престоле моем. Кто побеждающий сядет в престоле моем. В престоле Отца. Аллилуйя.
Друзья, вот так заканчивается Ладыкийский период церкви. Откровение 3. И будет вкушать от дерева жизни. Друзья, а разве мы духовно уже не вкушаем? Аллилуйя! Мы уже вкушаем. Последнюю цитату давайте я прочитаю. Я люблю его. Я люблю это слово. Я люблю Божьих детей. Мне нравится, когда вы ухватываете между строк, и Богу нравится. Наследник престола, 53 параграф. Побеждающий сядет со мной на престоле моем, как и я победил и сел на престоле отца моего. Аминь. Наследник всего, не только чего-то одного, а всего. Все у ваших ног, даже смерть у ваших ног, могила у ваших ног, ад у ваших ног, грех у ваших ног. Все у ваших ног. Вы наследник, и вы мертвы, и ваша жизнь сокрыта в Боге через Иисуса Христа, и вы воскресли к вечной жизни, и восседаете в небесных местах во Христе Иисусе. О, вот это да! Обзывайте нас как угодно, называйте как хотите, говорите, что мы сумасшедшие, если вам угодно, но мы наследники. Наследники чего? Всего. Наследники всего. Тебе надо пойти и это взять. Как? Как это сделал Авраам? И ты встретишь. А те, кто встретились, могут просто сказать аминь. Я имею это переживание. Но я хочу каждый день иметь это общение. Иметь этот хлеб и вино. Потому что в третьей печати сказано, правда? Елей вина не повреждай. Друзья, то, что здесь, он не имеет прикоснуться. Он может прикоснуться к этому. К нашему духу мы можем обидеться, заплакать и все такое. Друзья, но здесь небеса. И Бог через это просто выдавливает этот новый город. Через испытания. Но я завладею всей землей. Почему? Потому что ангел этот со мной. Этот ангел с нами. Этот ангел с тобой. Пусть он ведет нас. Я хочу быть в послушании этого голоса. Много голосов, друзья, но овцы слышат его голос. И за чужим. А почему он так сказал? А потому что много чужих голосов. И ангелы сатаны выдают себя за ангела света. Понимаете? Потому что тот ангел, тот змей, он пришел как проповедник. На поле, да, мы только что говорили. И обольстил невесту Адама. Господь, давайте поднимемся. Наш Небесный Отец, Ты нам дал друг друга, и мы стоим как одна семья, Господь. И мы так благодарны Тебе, что Ты среди нас, Господь, что мы можем слышать Твой голос. Боже, мы можем, Господь, видеть, когда Слово открывается, потому мы знаем, что реальный Бог с нами. Господь, помазывай нашу веру, Господь. О, Боже, потому что это нам необходимо, Господь Иисус, быть, Господь, в этом, в полноте, Господь, и иметь эту радость. Это принадлежит нам. Иметь этот покой, иметь исцеление, иметь здоровье, иметь Дух Святой. Ты это пришел, чтобы возвратить все, Господь. Ты пришел восстановить это все. И мы так благодарны Тебе, Боже. О, Отец, что наши житницы переполняются, что мы можем пойти, как Давид с этой сумкой, пойти туда в Вифлеем. О, Боже, зная, где этот лучший хлеб и лучшая эта вода,
чистое. Там нет разбитых водоемов. Ты открыл эти источники сегодня. Поэтому мы видим, Господь, как эти образы оживают для нас. И мы можем войти в эту жизнь и просто овладеть вратами врага. Победить, Господь, наши эти пять чувств, наши эти ворота. Господь, пусть эта вера, этот хозяин дома, пусть это тот сторож, который на башне, Господь, и возьмет контроль над всем нашим телом, над всем нашим духом, чтобы мы были бы в послушании, чтобы мы были бы просто, подтянули бы наше все оружие Божие, которое на этом поясе, на этом ремне, из Ефесянам 6. Дай нам сплотиться вместе, когда враг поднимается, когда восстает, идет как наводнение, Боже, но Ты поднимаешь это знамя. Дай нам сплотиться с нашим пастырем, Боже, с нашим командиром, с нашим главнокомандующим, в котором живет Дух Святой. Потому что пророк сказал, нет наивысшей власти в церкви, чем пастырь. О, Боже, мне так нравится подчиниться этому. Господь, мне так нравится быть под защитой этого. О, Господь, Ты просто защитил свою церковь этими пятигранными служениями. Боже, это сильные стены. Мне так нравится, когда этот пастух, как враг говорит, он просто приходил и ложился в дверях, считал свои овцы. И никакой волк, никакой демон не мог войти, не потревожить его. Боже, для меня это такая защита. Я так благодарен Тебе. Господь, дай нам видеть этот огненный столб в человеке и почитать этот дар, как Твой слуга сказал. Дар – это не человек. Дар – это Бог. Боже мой, и я верю, что мы будем так угождать. И мы будем так маршировать, Господь. И мы наследники всего. Мы завладеем то, что нам Бог обещал. Боже, мы просто будем стоять с верою. И, Господь, просто пусть это так это угодит Тебе, чтобы Ты просто проговорил каждому сердцу, как услышал Ахитирайт, в простой обстановке. И пророк сказал, то, что я переживал в лесу, то помазание, которое было там, когда я изрекал бело к существованию, когда был третий рывок так проявлен. Сестра Хети, это сейчас находится здесь. И то, что ты сказала, это угодило тебе, это угодило Богу, это угодило Духу Святому. Боже, ну это же рассказывал брат Бранхам. Простую историю. И многие ничего не видели, кто-то, может, даже сомневался. Но эта бедная вдова, она ухватилась за то слово. О Боже, может, сегодня есть так же самое, как это Ахитирайт. Помоги нам, Господь, помажь нашу веру. Чтобы мы могли бы, Господь, когда звучит Твой голос, аллилуйя, дай нам, Господь, это взять и не отпускать. Просто удерживать это в своем сердце, чтобы это проросло, чтобы это принесло бы эту жизнь, которую дьявол боится, чтобы мы могли бы шли идти как победители. Чтобы мы могли бы выражать. Боже, дай нам молчать, когда ты молчишь. Но дай нам говорить, когда выходит главнокомандующий и помазывает это слово, и хочет сказать, чтобы кто-то откликнулся на это, как Хетирайт. Боже, дай нам видеть это в наших жизнях, в наших семьях, в нашей церкви. Боже мой, среди наших братьев и сестер здесь, в Казани, мы любим Тебя. И мы воздаем Тебе славу и честь. И мы хотим воспеть Тебя, Господь. Мы хотим прославить Тебя, Господь. О, Боже, потому что мы увидели, что мы наследники всего. Ты оставил нам это даром. Это незаслуженная милость. И мы хотим это воспевать. Мы хотим благодарны быть Тебе, Господь. О, Боже, дай нам умереть для своих чувств. Дай нам выставить это знамя, это слово, это откровение, этот знак, как это сделал Раав. И когда было это землетрясение, и пророк говорит, даже ученый мир, 12 метров глубиной, они, говорит, нашли это основание этого города. И, говорит, небольшой кусочек стены. Боже, и твой пророк говорит, даже ученый мир
свидетельствует, что Твое Слово есть истина. Говорит, это и был дом Раав. Аллилуйя. Боже, посмотри на нас, чтобы, когда ты будешь смотреть на нас через наши окна, был вывешен этот знак, чтобы мы бы шли, Господь, и могли бы завладеть вратами врага, могли бы завладеть то, что ты нам дал, могли бы, Боже мой, просто питаться от того, что ты нам принадлежит. За все тебе слава. Веди нас и дальше. Благослови второе служение, Боже. Мы хотим, Господи, быть чуткими. Мы не хотим пропустить мимо ушей. Мы не хотим, чтобы пролетело бы над макушкой наших голов. Боже, дай нам уловить то, что ты будешь говорить дальше. Помажь нашего слугу. Помажь, Господь, твоего слугу, нашего пастыря, нашего брата, Господь. А мы хотим поблагодарить тебя за то, что ты был среди нас. И да будет тебе слава. Господу Иисусу. Аминь. Аминь. Благословит вас Бог, друзья. Давайте мы вспомним. Давайте мы. Он достоин славы. Он достоин этой славы. Не то, что даже посвидетельствовать, а сказать. Совершенной любви Божьей, нашего Иеговы, Иеговы, существующего со своей семьей, именно об этом, частью которой мы являемся. Я в это твердо верю. Ну, все знают, что у меня не совсем такое хорошее здоровье. Но все знают, как меня Господь держит. И сегодня, но это началось не сегодня. Мне было очень сложно. Почти всю неделю. Но я настолько верю во благодать Божью, и просто ничто не может меня не то что остановить, а даже мысли нет такой. Но сегодня я вчера еще пришла, поставлю проповедь, я не могу понять,
я имею в виду проповедь там Виталия, которая была. И я не могу уловить мысли, которые там он говорит. Я ничего понять не могу. Я снова ее ставлю, опять ничего не могу. А состояние очень тяжелое. В это время звонила мне сестра и спросила кое-что. Я говорю, я сейчас вообще не в состоянии. Прошла ночь. Я стою в Бере. Я снова включила проповедь с утра. Я должна услышать ту мысль, которую он хочет донести, потому что тогда смысла нет вообще слушать. Мне становится все хуже и хуже. Но я пытаюсь там кое-что сделать. В это время опять звонок. Звонит Валя. Я в состоянии даже почти не узнала ее голос. И потом соображаю, когда положила трубку, соображаю, что что-то не то, и я опять перезваниваю и говорю, это у меня потому, что у меня вот это состояние. Она мне говорит, а ты почему не позвонишь никому? Были моменты, когда я звонила, и были моменты, когда Господь сам выводил из этих состояний. И Валя звонит пастору. Простите меня. И он молится в трубку. Я знаю, что там стоят братья и сестра. Я знаю, что они поддерживают и вместе. Я верю в это. Из того состояния, в котором я была, потому что я говорю, Валя, ты слышишь, что я даже говорить не могу. И я вспоминаю, как однажды Павел молился за Ильгизара. Тоже он был. Хотел сказать, в Калининграде, в Вильнюсе. Вот. А у Ильгизара было здесь тоже состояние. И Ильгизар восстал. И я понимаю, что я должна быть сегодня на собрании. Как бы, что бы ни было. Потому что ни одно из воскресений, в каком бы я состоянии ни была, я обязательно была. Я хочу добавить, что я твердо верю, что пастор поставлен у нас Богом. Я молиться так не умею. Я хотела бы, чтобы богослужители кто-нибудь возвел слово Богу. Люда, это настоящий воин. Я знаю, что мы прошли многие годы вместе, со многими вместе, но как она свидетельствует, в каком бы состоянии ни было, здоровье, это ее слабое, она все равно идет на поприще. А
Хотя мне очень понравилось, как брат Юра сказал, поле – это поприще. Знаете, поле – это не пикник, поле – это не спальня, поле – это поприще, это служение. Когда мы рассматриваем Библию, когда мы рассматриваем послание, вы знаете, что где был убит Авель? На поле, то есть на поприще. Пророк говорит, он не просто где-то был убит, он был убит у жертвенника. Он был именно убит на жертвеннике даже. Как лежал этот агнец на жертвеннике, так лежал и Авель, убитый на этом же самом жертвеннике. Понимаете? А пророк говорит, а что такое жертвенник? Он говорит, жертвенник – это церковь. Он говорит, он построил церковь, где он поклонялся, где он служил. Он был у церкви, он нес служение, он был на поприще своем. Он хранил эту церковь, понимаете? Он хранил этот жертвенник. Он его созидал, он его защищал. Он служил в этой церкви, в своей маленькой церкви, которую он имел, которую он построил на камне откровения. Иисус сказал, я буду строить церковь мою на этом камне, на камне откровения. И Авель был при этом, он служил при этой церкви, он служил, понимаете? Он был, и именно там он и был убит. Там был этот нанесен этот, этот вражеский удар и так дальше. Можно, большая тема, я не хочу в нее вникать, но, знаете, когда мы понимаем нашу жизнь, где мы можем нести поприще, это наше поле, где мы его возделаем, где мы строим. Это то поле, где мы находим жемчуг. Это то поле, на котором мы служим и так дальше. Это наше поле. Поле не там, где-то на полянах этого мира и тому подобное. Не там мы служим и не там нас должны найти. Поле – это наша церковь. И когда сестра Люда, она свидетельствовала, я очень благодарен Богу, она говорит, в каком бы состоянии я бы не было, и вы это знаете, вы свидетель, я говорю, я всегда прихожу на мое поле. Я всегда прихожу на искупленное это поле, выкупленное это поле. А это его церковь, это его невеста. Для чего? Для того, чтобы ее поддерживать. Поддерживать в том состоянии, в чем она может, в том служении, в той молитве, в той атмосфере, в том настроении. Знаете, это хороший пример. Пусть тебя Бог благословит. Я хотел бы, чтобы мы каждый понимали, для чего мы сюда приходим. Это наше поле, которое ненавидит дьявол, против которого все врата ада. Говорит, я построю церковь на этом камне откровения, и врата ада не одолеют ее. То есть, Иисус говорил, все врата ада, этот змей будет против этого, чтобы убить. Но он говорит, но он не сможет этого сделать сейчас. Потому что Авель представлял Христа, который тоже умер на жертвеннике. На другом жертвеннике, там, на Голгофе, он умер. Он отдавал свою жизнь за кого? За свою невесту, за свою возлюбленную. Авель был образ Христа. Поэтому, когда мы смотрим все эти вещи и видим, то где мне хочется быть, где мне хочется, где мы можем умереть, где мы умираем. Аминь. Когда мы слышим это слово. И пророк говорит, вы должны так умереть, до такой степени войти в эту смерть, отождествиться с этим, чтобы в ваших глазах вы ничего не видели, кроме тьмы. Понимаете? Потому что пока мы видим, что в этом мире что-то такое прекрасное, нас будет это все время привлекать. Но когда Бог доведет нас до такого состояния, что ты увидишь все, что мир предлагает, это тьма. Все это просто тьма, окружающая тебя. И он говорит, вы такое должны зайти, войти в состояние, чтобы вы увидели, что все вокруг у вас только является тьмою. Вот это настоящая смерть. Вот это настоящее то, что Бог хочет довести каждого человека. А пока мы смотрим, и там хорошее, ты еще не умер. Ты еще видишь, что в мире что-то есть прекрасное. Ты видишь, что что-то там это, а Господь говорит, это тьма. И ты должен увидеть, это тьма, что это тьма. Но для того, чтобы ты увидел, что это полнейшая тьма, ты должен только умереть. И не тогда ты начинаешь, когда ты умираешь, ты уже ничего не видишь. Но тогда приходит другой свет. Аминь. Свет в туннеле.
Тогда ты встречаешь седьмую печать. Тогда ты встречаешь того, который ожидает тебя. Тогда ты видишь истинный свет, но для мира ты становишься мертвым. И мир для тебя становится мертвым. Вот что показывал Авель. Вот о чем говорил смерть Христа. Вот о чем отождествляемся мы с вами. Где? У жертвенника. Где? В церкви, где мы слышим это слово. Без этого ты практически не сможешь умереть. Поэтому все Писание, оно сводится не в историях, а для того, чтобы нам открыть ту тайну, которая заложена в этом. Я очень благодарен Богу, когда мы слышим это слово нам что-то показывает, это слово нас куда-то ведет, это слово нам открывает, это слово нас судит. Пусть Бог благословит каждого из нас. Мы, конечно, помолимся за нашу сестру Людмилу, благодарен, что Бог дал ей силы прийти, дал ей ту веру. И давайте мы поддержим еще в молитве. Наш Небесный Отец, мы знаем, что Ты все уже совершил. Тебе не нужно умирать. Тебе не нужно, чтобы Твои руки были вновь пронзенные, Господь мой, для нашего исцеления. Господь, Ты это все совершил. Теперь мы нуждаемся только в одном. Мы нуждаемся в вере, чтобы принять то, что Ты сделал, Господь. И я так благодарен Тебе, Боже мой, что эта вера начала пульсировать в нас, Господь, потому что Дух Святой пришел и оживил это семя, Господь мой, Боже мой. То, что дьявол ненавидел, то, что дьявол старается уничтожить, когда это семя веры было проявлено в Авеле, дьявол ополчился против него. И мы знаем, Господь, когда сегодня, Боже мой, это семя веры начинает действовать в нас, чтобы верить каждому Твоему слову, которое вышло из Твоих уст, мы знаем, весь ад стоит против этого. Но мы так благодарны Тебе, что мы дальше продолжаем верить. Помоги моей сестре, Господь мой, пусть это семя веры, Господь мой, поливаемое этим словом, возрастает, укрепляет, Господь мой, и принесет тот плод, тот результат, Боже мой, который она и мы все вместе ждем, чтобы это было проявлено. И это проявится, потому что так говорит Слово Твое. Мы верим, Господь мой, что это не может подвести. Поэтому мы уже благодарим Тебя, Господь мой, Боже мой, за то, что, Боже мой, Ты обещал, и это, Господь мой, проявится в действии. Спасибо Тебе за исцеление нашей сестры. Спасибо Тебе за Твою благодать. Спасибо Тебе, что Ты Бог, Я есть, что Ты неизменяющийся Бог, Господь мой. И мы благодарны Тебе. И пусть это слово будет проявлено перед нашими глазами в силе Духа Твоего Святого. Спасибо Тебе за все. Дай нам немножко отдохнуть, Господь мой, просто не то, чтобы уйти от этого слова, которое мы слышали, и от этой атмосферы. Дай нам, Боже мой, бодрствовать, чтобы дальше нам быть соединенными с небесами. Благослови, чтобы когда мы соберемся здесь, чтобы продолжить эту беседу, Боже мой, нам не важно, какие уста это произносит, нам важно, Господь мой, чтобы Ты говорил. И мы ждем этого и верим, что Ты дальше будешь нам говорить и учить. И за все Тебе слава, Иисусу Христу. Аминь. Благословит вас Бог.